О, да. Чувак, ты бы научился вытирать тренажер под себя. Что сказал? Ничего. Что сказал? Кажется, спортзал такой. Где моя одежда? Я сейчас забыл свою одежду. Добро пожаловать в клуб, мы тоже не можем найти одежду. Пожалуйста, помоги нам. Я снова хочу увидеть свою семью. Каждый спортзал такой. 1 января. Поехали. 2 января. Это буду толстый. Ты вообще качаешься? Подстраховать, бро. Я справлюсь. Уверен? Да, нормально все. Ну ладно. Так, никто не помогает, он сам справится. Давай, бро. Давай, жми. Спасибо. От груди. У тебя нет VIP-абонемента? Чека. Как дела? О, мой бог, ты что ты хочешь? У тебя ширинка расстегнута и член торчит. Или в тренажер сломан. Привет, Саша. Привет, Коля. В чем прикол? Мы же хотели на воздухе потренироваться вместе. Мы и будем. Я сливаюсь с природой. Я сижу на палеодиете, а также пробегаю 8 километров в день без обуви. И ты сидишь на дереве, потому что... У меня сегодня тренировка, как у наших предков обезьян, лазить по деревьям. Ой, бог! Видишь? Завтра я буду такой уставший. Теперь твоя очередь. Нет, мне пора идти, пока. Помоги-ка мне с приседаниями. Ну уж нет. Ты чё, на меня пялился? Извращенец. Кажется, спортзал такой. Что у нас есть? Душа! Сорвался по кредитам. Что мы хотим? Больше силы! Вести себя умнее! Как мы этого добьемся? На велотренажёре! Бросим этот чёртов зал! Ты только глянь на мой пресс. Добро пожаловать в кроссфит, меня зовут Джон Джон, и я уничтожу ваш жир. Итак, ты бери эту шину, тащи в тот угол. Ты бери швабру и начинай подметать пол. Отлично, давайте поработаем. Ты займись моими налогами. Ты позвони моей маме, слушай-ка на жалость на бинго. Давайте, двигайтесь, народ, двигайтесь. Каждый спортзал такой. Вау, отличная тренировка. Было круто. Каждый спортзал такой. Перевела Алена Лопатина, озвучили Антон Дмитрий Мальтера. Не забудь добавить это видео к себе, а также вспомнишь группу Смош ВКонтакте, vk.com/Смош. Ссылка есть в описании под этим видео. Ага.